Друзья, и снова всем привет. Нахожусь в Париже. Сейчас Триумфальная арка, видите, и мы направляюсь. Сейчас я на Елисеевские поля. Столько интересных здесь магазинов. Гулять и гулять. Так. Первое впечатление мое, конечно, вау. Круто. Красиво. Погода хорошая. Сегодня 30 декабря. Видите, полно туристов. Приехали все на Новый год. Вот. Здесь будет сцена. Новогодний салют. Идем. Так, ребятки, снова про туристов. Полно людей, видите. Все идут. Светофоры как бы работают, но все идут. И все, понятно, что снимают Триумфальную арку. Круто. Так, а я направляюсь вот сейчас Луи Витон, крутой здесь отель, уже после реставрации фасад уже, видите, сверкает. Сейчас подойдем и посмотрим. Вот такая иллюминация, вечереет, сейчас еще чуть попозже будет еще красивее. Они будут желтые, это вот белым сверкает, но они должны быть желтыми. На полную мощность как включится, будет интересно. Очень много туристов, я в шоке. Макдоналдс. Новогодний украшенный. Класс. Так, ребятки, только что зажглись огни. Это, конечно, бомбезно смотрится. Вау. Просто кайф. Вот он, знаменитый Louis Vuitton отель в Париже. Но очень круто смотрится. А цены, конечно, я думаю, еще лучше впечатлят. Так, здесь, видите, такси. Вижу, Bolt есть. Должен быть Uber по-любому. Знаменитый. Будем смотреть. Может, поеду на такси, покажу вам обзорчик. Вот так. Тут ходить, доходить просто. Кайф, а не кататься на такси. Посмотрите, полностью все забито. Так, ребят, Louis Vuitton сблизка. Louis Vuitton вблизи. Сейчас вам покажу. Все. Круто. Топ-топ-топ. Париж, Нью-Йорк. Скоро уже будем. Декабря 2023 года, и сейчас на данный момент на Елисейских полях идет подготовка к Новому году. Вот установка сцены. Вечером здесь будет очень интересно. Ну и по окончанию всего праздника в 12 часов здесь будет проходить салют. Вот на Триумфальной арке здесь будет очень красиво, так что будет круто. Ожидаем вечера. Напомню, что здесь будет усилена охрана, будут полицейские, очень много тут задействовано будет всего. То есть, так что будем наблюдать, все будет ясно ночью. А пока ходим по городу, фотографируемся,
вот квартал бизнес, я так понимаю, дальше от высотки идут. Так что будет интересно. Друзья, всем привет! Сегодня 31 декабря, я нахожусь в Париже, Елисеевские поля. И сейчас, как видите, большое скопление людей, все направляются вперед, потому что скоро, через 3 часа, будет Новый год. Будет новогодний салют, очень интересно. Все хотят увидеть зрелищное шоу. Все идут к экранам. Вот я в том числе направляюсь вперед, потому что там будет интересно. Сегодня я был с утра, видел, как была репетиция. Будет какие-то акробатические шоу. То есть, думаю, будет в этом году интересное представление и салют в том числе. Так что ждем с нетерпением 2024 год. Пусть он принесет нам удачу. Главное, это мир, здоровья, успехов. Чтобы все было хорошо. Вот дракон нас не подвел.